Привет всем, мы опять поехали на море, уже давно не ездили, поэтому решили поехать. Сейчас мы стояли капец большой. Привет всем, сегодня мы опять поехали на море, мы уже давно не ездили на море, решили поехать. Мы снимали, но мы в такой долгой пробке стояли, полтора часа там просто стояли, ждали, пока проедет машина. Мы сейчас поедем или в Лермонтово, или на Золотые подвески. Привет. А вот Коля. Давайте побыстренько. Передавайте всем привет. Привет. Веселиться пытаться открываться. Наш дракон самый крутой, наш дракон самый безопасный. Ребята, это отбили за рейс. Поедете на целых... Какой сегодня 25 августа? Море такое классное. Кали. Нравятся морские просторы, то такая в чистой прозрачной водичке подходим к таком прокатам. Нет. Погладьте. Иди, тебя погладят. Он только лает громко. Тима, пойдем попробуем. Айдар. О, Айдар, ты как это? Сейчас, подожди, Алиса придет. Купались. Знаете, что я расскажу? Смотрите, какой мне попалась конфетка в эти мячи. Я не поэтому не делаю. Мы покупались, и там погуляем. Мы опять в Лермонтово. Что-то прямо оно нам так понравилось, что мы не можем его поменять. Оставить в покое. Игровой автомат. Тима, перестань. Иди вперед, вперед, Тим. Конфетки. Тима требует есть. Мы кушаем. Мы накупались и зашли вот в такую кафешечку. Солянка называется. Ребят, тут очень вкусный.
суп с фрикадельками, а у Алисы настоящая крошка. А вот тут карусельки такие вообще. Тима требует есть. Тима требует есть. Тима уже почти весь суп слопал мой. Тима сходил в туалет, а теперь он ужинает. Осенька кушает супик, да? Вкусный супик? Мы сегодня весь день на сухомятке. Мы только утром поели кашу гречневую дома. И целый день голодные. Нет, мы не голодные, мы целый день булочки и конфетки кушаем. А сейчас зашли в это место. Так что, кто будет в Лермонтово, ребята, мы вам советуем. Домашняя кухня, солянка. Заходишь туда, и там меню. И очень хорошие продавцы говорят честно, что только что сварили суп с фрикадельками. Борщ там, например, тоже свежий. Да. Кто любит с квасом, да. Сейчас. Алиса у нас не хотела есть, но в результате он такой вкусный супчик. Тима кушает с ложки. Давай, кушай, давай салфетки нюхай. Приятного аппетита, девочки. Сейчас мы пойдем гулять по набережной. И вам. Привет, все, покушали. Пойдем сейчас погуляем. Смотри, какие белые цветочки. Угу, красивые. А мы здесь, в этой кафешке, сидели с бабой Леной, с папой. Ой, сколько народу. Мы приехали в 3 часа дня. Народу было очень мало. Наверное, утренний поток весь ушел. Вода была чистая, мы приехали. А сейчас опять пляж полностью заполнен. Да, супер. Мне очень нравится этот цветочек. Да? Мы идем гуляем по набережной. Сейчас идем погуляем. Опять на этом месте приехали. Ну, здесь классно, водичка так брызгается. Волны. Опа. Ой, сколько людей. Тут никого не было. Здесь, оказывается, мелко. И мне тоже. Вот сколько людей в августе. 25 августа сегодня. Вот сколько людей. Много. И там тоже. Песок в волосах. Да? Ой, господи, море. Как я его люблю. Грязь-то какая, смотрите, что это такое? Мусор какой-то в воде. Все сюда прибивает. Давайте снова. У тебя такая же? Я хочу прогуляться до конца. А? Да. Скоро закат. Будем любоваться, как солнышко садится за горизонт. Тима, не прыгай на меня. Тимофей, ты счастлив? Ты сегодня у нас купался?
Алиса? Ну. Алиса, песок, давай проверим. Песок. Да ладно, дома голову помоем. Поля, не маши. Подай. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-там. Та-та-та-там. 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 Та-там. Тимка, нырнул бы отсюда. Ни за что, скажи. Та-та-та-там. Безоружно, ты очень нужен мне, очень нужен мне, нужен мне, нужен мне, безоружно, ты очень нужен. Ребята, все, мы едем домой. Не знаю, когда мы увидим еще море и вообще приедем. Надеюсь, через недельку мы сможем приехать. Да, там море должно быть. Даже мне еще не видно. Да. Вон оно, синее море. Красивое какое. Есть кемпики всякие устраивают. Утром было. 7:30? 2 часа будем ехать, в 10 приедем. Вот так вот, по морю вон. Не видно из деревьев. Вот промежуток хороший. Нет, плохой. Вот так вот, красивый закат сегодня, вон море. Вот, ребята, прикольно. Да, привет, все испортил. Ребята, еще раз. И сегодня мы уже приехали с моря. Впечатления у нас хорошие. Понравилось очень сильно. Вот сейчас отдыхаем. Чаек попьем. Ой, я заморала. И будем ложиться спать. Угу. Завтра нам в больничку кровь сдавать. Вечером на собрание в школу. Да. Да.
Ты скоро в школу пойду. Всем пока, спокойной ночи. Спокойной ночи.